очень многие одесситы занимаются самолечением. Почему такие тяжелые случаи? По 2-3 недели люди лечатся сами, назначают себе терапию сами, идут в аптеку за медикаментами. И когда уже видят, что у них возникают проблемы с дыханием, тяжело дышать, температуру они неделями не сбивают, вот тогда они начинают обращаться к врачам. У меня просьба ко всем одесситам не заниматься самолечением. У вас возникло какие-то ощущения повышения температуры, болезни, сразу обратитесь к своему семейному врачу. Вы можете обратиться на ковидный колл-центр 1550, который работает круглосуточно. И вам дадут консультацию, потому что в ковидном колл-центре принимают звонки медицинские работники. Поэтому не надо заниматься самолечением, самим себе назначать медикаменты. Ковид — это то заболевание, которое развивается молниеносно. И надо подумать сегодня о своем здоровье, о здоровье своих близких. И если у вас есть возможность своих родственников, родителей особенно, отвести и провести вакцинацию, пожалуйста, для тех людей, которые по каким-либо причинам не могут прийти в центры массовой вакцинации, пожалуйста, обратитесь в департамент здравоохранения, к своему семейному врачу, выйдет мобильная бригада, проведет вакцинацию у вас на дому.